Всем привет, друзья мои! С вами Дивер, и в сегодняшнем видеообзоре я хотел бы вас познакомить с новинкой 2017 года от компании ReFrunner. Это трилинговая модель серии 300. Модель имеет необычные формы, необычный дизайн, а также эта модель имеет нейтральную плавучку, то есть модель Suspend. Предлагаю рассмотреть эту модель 2017 года поближе и сравнить ее с уже давно легендарным 800-м ReFrunner. Итак, друзья мои, приблизимся к ним поближе. Это модель Skinny Stick, что в переводе означает «тощие ручки». А почему тощие ручки, сейчас вы увидите. Модель реально необычного дизайна. Длина тела воблера 11,5 см. Длина лопатки воблера 4 см. Вес приманки 14,5 грамм. Воблер заглубляется при троллинге до 9 метров. Плавучесть имеет нейтральную, то есть суспендер. Некоторые модели приманок имеют встроенную окраску, встроенную так называемую голограмму, которая дает воблеру 3D-эффект. Такие воблеры, я уже говорил, практически имеют вечную покраску. Таким приманкам не страшны зубы клыкастого, щучьи зубы и само вещёчка. Нейтральная плавучесть воблера позволяет его использовать не только при троллинге, но и при ловле в заброс, протвичивая эту приманку. Не очень широкая лопата этой модели позволит воблер протвичивать, не сильно нагружая спиннинг. Форма этого воблера, такое ощущение, сделано больше даже для твичинга, чем для троллинга. Необычный дизайн этой приманки меня и заставил приобрести их. У ReFrunner очень широкий ассортимент цветовой палитры. Приманки разного дизайна. Раскраски иногда просто поражают. Фурнитура 300 серии очень достойная. Петли этих приманок также не слабые. Почему-то производитель поставил на лопатку вот такое овальное кольцо. Оно отличается от колец, которые держат тройники. Воблер шумящий. Еще раз повторюсь, воблер суспендер. Тройники американской компании Eagle Club. Довольно-таки острые. Этот воблер имеет очень необычные формы, очень необычный дизайн. На голове этот воблер имеет необычную ложбинку. Я думаю, она сыграет свою роль. Только вот интересно, какую. Если сравнивать эти две модели, 800-я и 300-я серия, то можно сказать точно, эти две модели абсолютно разные. У этих приманок разная и ширина лопатки, и само тело воблера. Тощие ручки, походу, не зря его прозвали. Он приплюснут, и такое ощущение, что он реально какой-то тощий. Если честно, он мне с самого начала напомнил какую-то недоеденную карамельку. Вот вы видите два одинаковых цвета, цвет 25-й, но смотрятся они совсем по-разному.
Фурнитура у этих моделей превосходная. Что у 800-й, что у 300-й серии. Только у модельки тощие ручки стоит такое интересное продолговатое заводное кольцо. У всех приманок от компании Reef Runner стоят очень даже неплохие тройники. Это тройники американской фирмы Eagle Club. Эти тройники, в принципе, довольно-таки очень достойны. Если бы каждый китайский воблер оснащался таким тройником, воблеры были бы все замечательны. Компания Reef Runner окрашивает свои приманки в очень интересные цвета, но в то же время иногда поражает косяками. Не все, конечно, но попадаются индивидуумы. Например, когда глаза по какой-то причине несимметричны. Или качество заливки лака. В то же время отмечу, что Reef Runner 600-й, 800-й серии уже давно проверены рыбаками, и, конечно, мною. Они полюбились очень многим рыбакам за их неуловистость. Это я говорю к тому, что, к счастью, эти визуальные косяки только для наших глаз. На клев они никак не влияют. Воблеры Reef Runner ловят исправно. По крайней мере, я могу сказать точно, за 800-ю, за 600-ю серию этих приманок. Приманки серии 300, Skinny Stick, тощие ручки в переводе, мною еще не испробованы. Но я думаю, что они станут также моими любимыми приманками из-за того, что эта приманка нейтральной плавучести, суспендер, из-за того, что эта приманка имеет не очень широкую лопатку, что позволит ее твичить, скажем, вдоль яров или над корягами. Ну, я думаю, что при троллинге она покажет себя тоже неплохо. Повторюсь, необычная такая впадинка, ложбинка на голове точно сделает свое какое-то дело. Вопрос, конечно, какое. Как она скажется на клев, на аэродинамику этого воблера? Но я думаю, что это будет положительный эффект. Итак, друзья мои, мое короткое знакомство с этими приманками закончено. Надеюсь, приманки для вас были интересны. На воде с этими приманками мы встретимся в июле или в конце июля. Опять же, друзья мои, скажу вам такую вещь. К сожалению, в Москве я эти приманки не нашел. Эти приманки я нашел опять у компании Quickfish, питерской компании, которая из немногих поставщиков в России заказывает эти приманки из-за рубежа. Все, друзья мои, всем рыбацкой и жизненной удачи. Всех благ вам. До новых встреч. Reef Runner 800 серии. Модель плавающая. Reef Runner 300 серии суспендер.